Доброе утро всем. Так, ну что тут, моя красавица. Такая свинарная она. Вот заливали сюда. Ой, боже мой, что это тут такое? Что это тут такое? Мадре мия. Ой, мамочки. Да, бурдак. Сейчас посмотрим, как она у нас будет заводиться. Чарли, бенга, сувы, бама. Так, сумку надо взять, потому что могут остановить. Ой, да и Чарли надо привязать. Потому что могут остановить полиция. Нам же нельзя передвигаться тудым-сюдым. Поэтому надо быть готовым. Чарли, иди сюда, то вдруг нас остановят. Штраф еще влепят, нам это надо. Кому это надо, никому не надо. А сумка зачем? Там же телефон. Сейчас посмотрим, как она будет заводиться. То в последнее время она, знаете, только с третьего раза заводилась. Вот. И знаете, как непривычно без бутылки приходить в машину. А то у меня везде бутылки, я же с водой наливала воду. Заливала каждый день. А тут, ой, знаете, все это не по мне. Вот это вот все потом делать кресло по мне. Это очень неудобно. Ну что, красивая, поехали кататься. О, песня. Ой, моя сладкая. Как ты хорошо завелась-то. Ой. Так, они мне там все испортили, дату, число, все надо заново восстанавливать. Ну ладно, главное, что ты у меня работаешь хорошо. Вы тоже с машиной разговариваете? Ну как с ней не разговаривать? Мы друг друга чувствуем как родные. Я вот, например, давно уже поняла, что она воду подтекала у нее, что она не заводилась. Говорила об этом мужу, он мне не верил. 2 месяца мутыжгал. Пока сам не сел и говорит, ого, я говорю, вот тебе ого, я тебе о чем. Вот все, быстренько сделали. Были бы бабуси. А вообще, вот знаете, что я заметила, что, например, ремонт машины не так дорогие детали какие-то, как работа, механика. То есть деталь может стоить 50 евро, а мастер у вас может забрать 200 евро за работу там. За какую-то. Поэтому вообще такие цены, я когда вот увидела, ну, обратились в такую. Ну, там быстро делают, знаете, быстро, когда тебе надо. Ну, там и цены у них за работу. Мама, не горюй. Там детали, ну, я говорю, 50, например, евро, да. А за работу он просил 200. То есть это хрен. Наны, что тут они тут наставили? Машины твою дивизию. Не проедешь. А что вот так вот. Поехала я на работу. Приехала в Леруа Мерлин. Хочу все-таки купить это. Ну, мебель. А, тут денежку надо вставлять. А вот без денежки. Короче, сейчас не поняла, знаете, что? На въезде в город стоит контроль полицейских. Ну, я уже такая приготовилась, за сумкой полезла. А они что-то меня не остановили, я им совершенно не нужна. Как-то странно. Не дали мне проехать, и не знаю, кого останавливают, кого не останавливают. Вообще в этот раз намного все строже. У нас даже полиция стоит и встречает автобусы. Ой, мол, куда ты поехал? И встречает автобусы, и кто приезжает на автобусе, их проверяют, есть ли у них право, скажем так, приехать в наш город. Потому что у нас третья волна. Это целая цунами, а не волна. Переплюнула первую волну. И, в общем, все намного строже. И хотя, видите, все открыто и разрешает нам ходить. Но это не по всей Испании так. Ладно, идем смотреть. Короче, смотрите, здесь, конечно, много всяких красивых, но вот такие огромные к нам просто они не влезут. Там уже выбрала кое-что. В общем, вот такой. Потому что остальные, говорю, мы вообще хотели вот такой вообще.
Но он что-то совсем маленький. Вернее, я хотела. Вот. А другое что-то не... Ну, вот он пошел за этой. За раковиной. Мужчина. Мужчина мне пошел помогать. За раковиной. Стою, жду. Смотрите, как я огромный. Я такой прилеплю. И... Ой, еще и с подсветкой. Прикольно. И все, у меня тогда места не будет. Мужчина, наверное, идет ко мне или что? Сейчас скажет нету или что? Не, не идет. Слушайте, так прикольно. Я подошла, а оно засветилось. И вот просто у нас ванную все вместе займет. Смотрите, написано Абреми, открой меня. Ну, пошлите, откроем. Раз уж просит. И что? А, что, что вот эти штучки разные, что ли, или что? Все само закрывается. Так что вот так вот вхожу. Зеркала разные. Конечно, у нас раковина нормальная, но потом как ее прилепить-то? Ее прилепишь, будет между раковиной и мебелью. Я вот, например, такой смотрела. Тут будет пространство какое-то некрасивое, наверное. И все будет видно. Вот эти всякие шланги и все такое. В общем, да, как-то так. Эти тоже, они, знаете, вместительные, но, точнее, они огромные, но там места ни хрена нету. Ой. Когда маленькая ванная комната, ты там уже, знаете, не для красоты выбираешь, как бы, ну, чтобы все вместе гармонично смотрелось. Я бы вот, была бы у меня большая, например, эта ванная комната, какие-нибудь шкафчики. Вот такие бы купила. У нас помещается только ванна, биде, туалет и вот такой какой-нибудь маленький шкафчик. И то не было шкафчика, у нас только вот эта колонна стояла какая-то непонятная. Я просто ее решила заменить, скажем так. Так прикольно. По идее, тележка не должна уезжать, но она хочет от меня смыться. В общем, все, приобрела раковину и саму мебель. Мне будет сегодня занятие собрать мебель. Но это я, знаете, очень люблю после Икеи. Это два, как говорится, пальца обделать. Едем, едем, едем в далекие края. Раковину не видела, она стояла наверху, но мне нравится раковина такая, даже больше, чем вот сейчас у нас есть, потому что у нас какая-то полукруглая, так что прикольная раковина, мне кажется, даже удобнее такая как-то. Так что вот так вот, занятие, развлечение мне. Пойду мужа обрадую, он еще не знал, что я это приобрела. Я же знаете какая. Загорелась, все, вынь и положь. Пошла я разогревать, кушать. А то очень, очень кушать хочется. Мы уже погуляли. И сейчас хочу вот уже собрать эту мебель. Хотя настроения никакого, потому что муж взял мою машину. Она вообще что-то, знаете, останавливается и останавливается. Хотя вот я сегодня на работу нормально съездила. А там что-то выходит. В общем, не знаю, что с ней случилось. Вообще сделали, оставили ее хуже, чем была. Муж говорит, какой-то там этот шуруп не закрутили, еще что-то. Еле, да, вот куда он говорит, еле доехал, останавливался. В общем, не знаю, что с ней надо звонить. Вот опять, кто нам делал механику. Ой, чтобы что он там, может, что-нибудь не докрутил, не подкрутил, хрен его знает. У меня так дома хорошо пахнет. Потому что вот эти распустились, они, смотрите, какие красивые. А там еще лезет одна. Вот. Видите, 4 будет, а не 3. И прям запах стоит во всю квартиру. Ладно, чтобы отвлечься, буду заниматься этими ребусами. Не ребусы, а как это называется-то? Пазлы собирать. Тут у меня целая книжка. Вот. Так что посмотрим, что это. Чтобы отвлечься, как говорится, подумать не о машине. Не, ну блин, вообще так обидно. Так с утра хорошо ехала, потом что-то не случилось, не знаю.
Что с ней делать, я не знаю, полюбила и страдаю. Ничего не сделали, потому что там, представляете, все вот эти вот, как эти, я же говорила, что у нас подтекает вода. И, в общем, оказались все эти резинки гнилые. Их надо новые покупать. Я вчера себе чай сделала. Как этим, Тани с Матани ходим. Я с камерой сюда. Идет за мной следом. Я обратно, идет за мной следом. Я говорю, что ты за мной ходишь-то? Я хотел йогурт поесть. Ну поешь ты, блин. Я ухожу, говорю, а что опять пришел? Ой, блин. Так что нужно завтра купить вот эти всякие штуки и забацать все по-новому. Короче, мебель-то мы собрали, но резинок-то нету. Кстати, вот видите, помните, я кофе покупала в Меркадоне, фильтры. Кстати, вкусный кофе, а вот само кофе я откладываю и в цветы добавляю. Я так вот, чай вчера сделала и забыла его выпить. Поэтому сейчас попью чаек. Позвонили механику, сказали, какой-то там шуруп отвалился. Завтра утром вот он меня повезет на работу. Нет, я машину уже возьму и поеду на его машине. А он поедет на моей. И чтобы вдруг ее доделать вообще. Какой-то день дурацкий получился. За ваше здоровье. Вкусный чаек. Так что я пошла умываться. Кран у нас не работает, вот где вот это вот умываться. А ванна-то работает. Так что в ванной умоюсь, в душ схожу, буду чистой, и завтра на работу, как на праздник. У нас так хорошо, так тепло, у меня все открыто, вообще лафа. Я так люблю, когда тепло. Ладно, хватит базарить, посуду и завтра вымою. Неохота. Ай, водичку. Водичку приготовила себе, я всегда ставлю около холодильника, около кровати, потому что таблеточки пью от давления там всякие. Мне сегодня, кстати, у нас же сейчас, знаете, как к врачу не пойдешь, они тебе по телефону звонят. И вот она мне позвонила. Я говорю, у меня таблеточки закончились. Она мне все таблеточки перенесла на мою карточку. В общем, завтра пойду в аптеку, все заберу. Вот такой вот дурдом получился сегодня, друзья. Ладно. Завтра, может, еще дурдом не будет. Кто его знает? Прорвемся. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.